И к другим темам. В Москве состоялась встреча Рамазана Абдулатипова и Алексея Миллера. Руководитель региона и глава «Газпрома» обсудили совместную работу по газификации горных районов Дагестана. Для этого решено создать газохранилище. Также говорили о реализации части газораспределительных сетей республики, реконструкции газопровода «Казимагомед-Моздок» и о работе по снижению уровня задолженности за газ. Комиссия при правительстве Дагестана осуществляет постоянный мониторинг ситуации. Также была отмечено, что до 2020 года будут газифицированы Цумадинский, Хунзахский, Кизлярский, Гумбетовский и Казбековский районы.